Август в нынешнем году продолжает летнюю эстафету жары. И в этот зной хорошо, конечно, искупаться в реке или море, позагорать на пляже. Но для того, чтобы отдых на воде был по-настоящему полноценным и безопасным, нужно об этом позаботиться. И здесь важно понимать, что ответственность за жизнь и здоровье детей возложена именно на взрослых. В нашем городе, как известно, есть отличный сертифицированный городской пляж. Разумеется, купание возможно только когда качество речной воды соответствует установленным эпидемиологическим нормам. Но это же в интересах самих отдыхающих на реке. Но все ли выбирают настоящую безопасность? Чтобы выяснить это, совместный рейд с участием представителей межведомственной комиссии по летнему отдыху и оздоровлению, правоохранительных органов, казачества и всех заинтересованных служб был проведен с охватом речного берега от поселка Кубриз до поселка Совхозного. Были обследованы прибрежные городские места. К сожалению, славянцы не только располагались в тени деревьев, но и вполне спокойно купались в совершенно не приспособленных для этого местах. В районе улицы Красноармейской рейдовая группа увидела 4 девочек, купающихся в протоке. С ними провели беседу с разъяснениями ситуации, только этим принятые меры не ограничатся. Ситуация нас, конечно, встревожила, потому что мы обнаружили в двух местах группы детей. Одна группа у нас из 4 девчонок уже купались в воде. Мы их попросили выйти, провели с ними разъяснительную работу, отправили их домой. Ну и, конечно, пообщаемся еще с их родителями на предмет того, знали они о том, где находятся их дети, не знали. Причем купались не на оборудованном пляже, купались возле обрыва. Место было непроверенное, мы не знаем, в каком качестве там находится береговая линия. Место очень серьезное, и девочки 10-12 лет, понятно, для себя выбрали неправильную позицию. Трое мальчишек, которые находились вблизи так называемой тарзанки, это веревка с палкой, на которой раскачиваются наши жители, она, конечно, тоже в опасном месте находилась, рядом коряга. Вот мы и сегодня второе место такое нашли, где из воды торчит явно видно упавшее дерево, и рядом с ним тарзанка. Выходит так, что взрослые нередко не контролируют время провождения детей, не зная об их купании в необорудованных местах. Специальные таблички с запретом купания не останавливают желающих. И все же есть надежда, что ситуация будет исправлена и здравый смысл возобладает. Мы рейды будем продолжать. Через несколько дней мы его повторим, потому что погодные условия мы видим жаркие. И тяга к прохладным водоемам, она, конечно, есть у людей. Однозначно сегодня дадим поручение, чтобы все тарзанки, которые имеются по реке протока, были срезаны. И дополнительно еще усилим профилактическую информационно-разъяснительную работу среди населения, в том числе и среди наших детей, которые сейчас находятся на каникулах. Но мы эту работу с ними не прекращаем ни на один день. Сельские поселения муниципалитета также не остаются без внимания. Профилактическая работа там проводится постоянно. Задолго до начала летней кампании каждое поселение, определив места, где традиционно люди ходят и купаются, провели работу с местными жителями, разместили таблички с предупреждениями «Купание запрещено». Мы сегодня видели несколько таких табличек в легко доступных, просматриваемых местах. Хочу обратить внимание жителей, что при наличии данной таблички и в случае купания, то составляется административный протокол о нарушении, и, соответственно, влечет это за собой наложение административного штрафа. Эта работа продолжается, мы выезжаем еженедельно в поселение. Желание купаться в любом неприспособленном для этого месте вызывает серьезную озабоченность властей. Практически со всеми, кто тонет, случается это на так называемых диких пляжах. Безответственность в вопросах организации летнего отдыха, особенно что касается детей, на воде совершенно недопустима. Хочется предостеречь от купания в неподходящих местах, от безнадзорного пребывания детей вблизи воды. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».